Матушка, слава Создателю, Аллах помиловал вас. Что произошло? Вы ничего не помните? На меня с высоты посыпались камни, и потом ничего. Вы потеряли сознание, мама. Чудо, что вы пережили этот несчастный случай без единой царапины. Несчастный случай? Именно, мама. Несчастный случай. Лопнула веревка на строительных лесах, мимо которых вы шли. Если бы я был с вами, если бы отправился следом. А Фифа цела? А Фахрие где? Они в лазарете. Фахрие получила ранение, но лекари говорят, она поправится. А Фифа? Афифа. Афифа. Госпож. Ты поправишься. Не беспокойся. Лекарь тебя вылечит. Твоему сыну Яхье Эфенди отправили весть. Он уехал в Бурсу, однако он вернется. Ты с ним увидишься. Это конец, госпожа. Пришло время уйти. Аллах не допустит. Ты нам очень дорога. Как и повелитель, я почитаю и уважаю тебя как собственную мать. Я помню время, когда ты только приехала во дворец. Нам все никак не удавалось поладить. Разными путями мы шли. И совсем не нравились друг другу. Ссорились. Даже ругались. Что вы, госпожа, я бы не посмела. И все же, я тебя уважала. Вообще-то мы никогда не шли разными дорогами. Нам просто так казалось. И все, что бы мы ни делали, было ради спокойствия и счастья повелителя. Афифа, если я в течение всего этого долгого времени допустила по отношению к тебе какую-то несправедливость, если ты носишь в сердце обиду, попрошу тебя, прости меня. Как можно, госпожа? Я бы не посмела. Мне не в чем вас упрекнуть, госпожа. Пусть и Всевышний будет доволен вами. Я не сержусь. Ни в коем случае. Афифа, позовите лекаря. Афифа. Госпожа, вам непременно надо знать. Вам надо кое о чем знать. Что мне надо знать, Афифа?
болен. Кто болен? Повелитель болен. Болен. Он болен. Очень. Повелителя я вам поручаю. Клянусь, что нет Бога, кроме Аллаха. Я клянусь, что нет.